сидим тихонечко, сейчас ЕГЭ начнется. Вам на все про все в итоге 3 часа дается. В кабинете камеры списать вам не удастся. У кого шпаргалки есть, лучше сразу сдаться. Простите, это мой класс, да? Я никого не знаю. У меня все четко, я на все ответы знаю. А какой предмет сегодня, я не понимаю. Да от меня не отвлекать, я не помогаю. У меня живот болит, я хочу котлету. У меня в катухе спрятаны ответы. Главное, со шпором не случайно не спалиться. Деньги все решат, можно даже не учиться. Наконец-то лето, можно отдыхать, на морешко приехать, на пляж загорать. А мне 100 книг за лето надо прочитать, так что мне об отдыхе только лишь мечтать. У нас вообще жаришка, мы на даче свалим, шашлычки, компотик, в басик поныряем. А мне на нашей даче страшно появляться, весь день приходится полоть земле этой копаться. А мы поедем в Сочи с дельфинами купаться, арбузик будем кушать и солнцем наслаждаться. Наконец-то лето, можно отдыхать, на морешко приехать, на пляж загорать. А мне 100 книг за лето надо прочитать, так что мне об отдыхе только лишь мечтать. У нас вообще жаришка, мы на даче свалим, шашлычки, компотик, в басик поныряем. А мне на нашей даче страшно появляться, весь день приходится полоть земле этой копаться. А мы поедем в Сочи с дельфинами купаться, арбузик будем кушать и солнцем наслаждаться. Я сейчас сдохну, кто-нибудь выключите солнце. 3 клеща, 5 укусов комаров. 1 шершень. Что за лето? Не лето, а сплошное закрытие сессии. Еще и дизлайны по работе. Добро пожаловать в игру «Знаки зодиака». Правила для всех одни, ничего тут плакать. А можно повторить? Вас очень плохо слышно. Чего остановились и стоят все неподвижно? Интересно, кто у нас останется живой? А вы будете умолять, я хочу домой. А мне здесь очень нравится, как в садике, смотри. Морешка волнуется, 1, 2, 3, замри. Да хватит разговаривать, игру вообще не слышно. Учителя, как знаки зодиака. Ребята, открываем 9-й параграф. И, Олеся, собери, пожалуйста, контурные карты мне на стол. Ребята, сейчас напишем практическую работу. Не волнуйтесь, можете работать в парах. А я пока проверю ваше домашнее задание в лабораторной. Кто дежурный, почему доска грязная? Ребята, проверила ваше сочинение. Никто ЕГЭ не сдаст. Никто, ребята. Знаки зодиака эти все ненавидят на планете. А за что сейчас узнаете, только без обид давайте. Овна стоит оставить в покое, если у него настроение плохое. А иначе он тебе возьмет и испортит его вдвойне. Следующий знак. Без девы здесь никак. Упертая, как баран, легко способна на обман. Добро пожаловать на борт пассажира самолета. Желаю вам спокойного, приятного полета. Ой, мамочки, как душно, а окна открываются. Включите нам кондер, пассажиры задыхаются. Какой еще кондер? Нас снегом всех продует. В больницу отдых не хочу, пусть лучше жарко будет. Привет, мои подписчики, ну вот я в самолетике. Сижу возле окошечка, реакции дайте котики. Мы точно разобьемся, и нас никто не вспомнит. Я дико извиняюсь, когда нас всех покормят? А можно пересесть? Мне как-то здесь не нравится. Мужчина пристает, все время прижимается. Добро пожаловать на борт пассажира самолета. Желаю вам спокойного, приятного полета. Ой, мамочки, как душно, а окна открываются. Включите нам кондер, пассажиры задыхаются. Какой еще кондер? Нас снегом всех продует. В больницу отдых не хочу, пусть лучше жарко будет. Привет, мои подписчики, ну вот я в самолетике. Сижу возле окошечка, реакции дайте котики. Мы точно разобьемся, и нас никто не вспомнит. Я дико извиняюсь, когда нас всех покормят? А можно пересесть? Мне как-то здесь не нравится. Мужчина пристает, все время прижимается. Знаки зодиака эти все ненавидят на планете. А за что сейчас узнаете, только без обид давайте. Овна стоит оставить в покое, если у него настроение плохое. А иначе он тебе возьмет и испортит его вдвойне. Следующий знак. Без девы здесь никак. Упертая, как баран, легко способна на обман.